Следующие компетенции, которыми обладают наша команда, наши сотрудники, наш коллектив, это подготовка заявок для Центра поддержки инжиниринга и инноваций, 392-е постановление. Сложность этого конкурса заключается в том, что необходимо двум аспектам уделить очень пристальное внимание. Первое, собственно говоря, сама не ОКР разработка, но скорее ОКР разработка, да, потому что идет речь об УГТ-4+, 4 и выше. Именно с нее надо стартовать в периметре Центра поддержки инноваций и инвестиций, инженерных инноваций. Да. И, собственно говоря, показать, какой будет вклад этого нового продукта, модернизированного продукта, да, то есть в чем, собственно, состоит доращивание, да, то есть это основной, на самом деле, лейтмотив вот этого продукта. Это первый аспект. А второй, не менее важный, которому зачастую придают гораздо меньшее значение и уделяют мало внимания в описании, в бизнес-плане, да, и там в технико-экономическом обосновании, в расчетах своих, да, в обоснованиях. Это то, какие эффекты получит заказчик. В данном случае корпорация, да, то есть крупные заказчики с оборотом от 40 миллиардов годовым, да, необходимо оценить те самые эффекты, которые возникают. Путем простого, что называется, казалось бы, да, упражнения бизнес-процессы АСИС, как сейчас есть, да, и бизнес-процессы ТУБИ, как они будут после внедрения инновационного продукта, который предлагается разработчикам этого самого технического решения. Эти эффекты должны быть измеримы во времени, в количественно-суммовых измерителях в том числе, да, то есть даже качественная характеристика, если она в любом случае должна быть переведена на язык цифр. И, соответственно, во времени и в деньгах. Да, то есть надо показать, в течение какого периода эффект достижим, тем более, что период исполнения проекта с точки зрения внедрения реализации в корпорации заказчика имеет определенные ограничения, да, по времени. И вот, и соответственно, в этот временной промежуток необходимо показать, как именно, насколько и насколько существенны будут эффекты в масштабе внедрения у крупного заказчика. А учитывая, что крупные заказчики очень часто имеют территориальную разветвленность, да, то есть это могут быть сетевыми компаниями, это могут быть регионально распределенные компании, да, то есть, ну, какую, наверное, компанию не возьми, ну, кроме, наверное, Роскосмоса, да, или там и Роснана имеет, что называется, филиалы, да, и подразделения, да, там где-то Саровский, где-то Курчатовский, где-то Уральский, где-то еще. Вот. Я уже не говорю про РЖД, про Россети и другие крупные компании, да, то есть это весь там топливно-энергетический комплекс, да, вот, сетевые компании, энергогенерирующие, сбытовые и так далее, и так далее. Вот, соответственно, вот эти эффекты иногда не умеет измерять и сама корпорация-заказчик. И, собственно говоря, задача наша и задача заявителя самого, да, это сделать не только объективную методику, которая будет, скажем так, ну, безусловно, она будет критикуема, да, потому что это один из возможных вариантов доказательств, да. Но самое главное, чтобы принципы, они были неоспоримы, принципы, заложенные в вот эту методику оценки эффектов. Вот, я думаю, что наш коллектив, наша команда решения Верный РФ достигла определенных успехов в оценке таких проектов, да, то есть несколько таких проектов мы сделали. Эффекты, я думаю, что мы смогли достойно обосновать и измерить их в деньгах и в каких-то натурально количественных измерителях, будь то время, тонны, штуки, километры и так далее. Это очень важный аспект, да. То есть, чтобы корпорация-заказчик это еще и признала. Да? Я уже не говорю сейчас про, скажем так, сопротивление инновациям в крупных компаниях. Да? Особенно у тех, у которых все их издержки и потери заложены в тариф. Это следующий, как бы, что называется, этап доказательств. Да? То есть, переломить вот это вот нежелание внедрять какие-либо оптимизирующие бизнес-процессы у себя в компании. Но, тем не менее, это вопрос, что называется, решаемый. Да? Просто не надо замахиваться, наверное, там, на святое или ключевое для этих компаний, да? Которые
приведет к тому, что, не знаю, там тысячи сотрудников будет уволено. Не надо копать в эти процессы, надо брать что-нибудь попроще, например. Да. Вот, соответственно, обращайтесь. Наши коллеги умеют оценивать, обосновывать, визуализировать даже и оформлять, класть на язык доказательств вот эти вот, и я уже не говорю про расчеты, этих самых эффектов. С вами был консультант решения Верный РФ Сергей Маслехин. Удачи вам в реализации ваших проектов.